Так, так, так. І знову всім доброго ранку. Дякуємо вам, що прикидаєтеся разом з нами і робите ви правильно. Тому що зараз будуть корисні розмови, корисні поради і тільки перевірена інформація. Сьогодні поговоримо трішечки про красу, поговоримо про догляд за обличчям, а до нас завітала наша ранкова гостя. Так, експертка із краси – це Марія Притулюк. Доброго ранку. Доброго ранку. І насамперед, хотів би сказати, що в нас була така невеличка суперечка на початку ефіру. Так, нас постійно. Чи можна обличчя витирати рушничком? Чи це корисно, чи це не корисно? Чи може там потерти собі щось? Ну, Ангеліна щось придумала, я тільки часто буваю. Я навчила, це я виновата. Серйозно? Це ви навчили? На прошлому ефірі розказала, і тут передається інформація далі. Рушничком обичним, имейте в виду. Ну, да. Любим. Любим. Ну, звичайно, обычным полотенцем. Ванны, ванны, высыть. Можно, конечно же, все что угодно. Но если мы говорим про пользу, что будет лучше для нашей кожи, то это, конечно же, бумажные салфетки, либо полотенца, для того, чтобы минимально травмировать кожу, для того, чтобы максимально она оставалась свежей и было меньше контакта с предыдущими использованиями, будем так говорить. Когда вы используете бумажные салфетки либо полотенце, вы ее использовали и выбросили. Угу. Все. То есть у вас больше контакта с ней точно никакого не будет. А тобто, коли кажуть, що краще цей рушничок, просто трішки примокнути, бо да. Він м'якенький, це не працює вже. Если вы его достали только что, используете только для лица один раз, класс. Тобто один раз для обличчя, а не просто для обличчя там, протягом ну, декількох днів. Там, 2-3 днів, то, звісно ж, у вас залишаються на цьому полотенце остатки косметики, остатки частички, мелкі кожи. Тобто це все не буде полезним, скажімо так, для вашого лиця. Ну, але в хлопців такого ж немає. Там, ну, косметики, хлопцям нормально ось витиратись? Чи так ні. Треба? Ні, можна взагалі, знаєш, не витиратися рушничком. Ну, в цілому я так і роблю. Війду вітрячком оце обсушило, і я прийшов так на роботу. Звісно ж, мужчинам, в принципі, легче во всіх планах уходу за собою. Ну, це відчувається, так? Вот, но для любой кожи правила на самом деле одинаковые, потому что обновляется кожа у вас точно так же, как и у женщин, да, и остатки ороговевших частичек кожи, они все равно у вас будут на полотенце. Тоді наступне запитання. Якщо, наприклад, немає от рушничка, немає, наприклад, серветок, і ти так розумієш, що настав день змінювати життя, а не підготувалася. Що робити в цьому випадку? Чи можна взагалі не витирати обличчя, а ходити, щоб таке, знаєте, було вологе, чи от як краще? Ну, на самом деле, навіть якщо ви його не повитираєте, воно висохне, це правда, нічого ужасного не відбудеться. А просто, знаєте, часто кажуть, що краще повністю не вимокувати вологу з обличчя. От я просто до кінця не розумію, як це, зручно чи ні. Бо мені здається, що коли ти до кінця не витер усю вологу, то ти потім так якось, ну, не наче відчуття, що хочеться її прибрати. Смотрите, що самое главное? Самое главное – лицо не тереть. Да? То есть, если мы даже вытираем лицо, то мы его просто легонько промакиваем. Таким образом, у вас часть влаги все равно остается на коже. Таким образом, у вас просто остаток, он высыхает естественным образом, и у вас нет никакой травмы для лица. Когда мы начинаем лицо хорошенько так, тщательно протирать, да, что мы делаем с кожей? Мы ее раздражаем. Чем более, например, у нас сухая кожа, и чем сильнее мы ее потрем, дальше, ну, опять же, про женщин. Я поки що вийду. Зроби чайку. Если мы говорим про женщин, то вы очень хорошо можете увидеть результат своих действий, когда вы наносите косметику. Чем сильнее мы будем раздражать сухую кожу, тем больше у меня тональное средство, любые средства будут западать во все эти шелушения, и в результате мы получаем какой макияж? Ну, не самый свежий, скажем так, да, он весь такой немножко подсушенный, выглядит тон уже как маска. Естественно, мы не получаем того результата, который мы бы хотели. А дивіться, є в людей, наприклад, проблемна шкіра і... Я думала, ви спросите, а у мужчин? Ні, це що, я собі витираюся, я щаслива людина. У мене половина лиця борода. Там можна і проблем. Мінус 50, да, проблем. Якщо ще не на засобах. Якщо ще не поголитися, то якраз лише очі виглядають ідеально просто. Є в людей проблемна шкіра саме з висипами. Як доглядати саме за такою шкірою? Що саме головне запам'ятати про висипання на лице, це те, що
Очень многие люди считают, что чем больше высыпаний, тем нужно быстрее начинать с ними бороться максимально агрессивными способами. Что они начинают делать? Они очищают кожу так, что она просто должна скрипеть. Да? Угу. Для этого они используют такие очень агрессивные очищающие средства, типа пенки для кожи. А вообще, в принципе, есть несколько вариантов, да, для очищения кожи. Это, например, молочко, гель и пенка. Все приблизительно знакомы, да, с такими продуктами. Пенка является самым глубоко очищающим продуктом. И в результате, что, если мы хорошо очистили, что мы получаем? Подсушенную кожу. Да? Потому что любое очищающее средство, оно щелочное. Щелочной pH высокий, он сушит всегда. Кислотный увлажняет. Поэтому у нас очищение — это всегда щелочная среда. Увлажнение и тоники, да, для восстановления pH, они у нас кислотные. В результате что мы получим? У меня было неинтересно, да? Так ты просто и записывай, мне здается. Что делать, если появились высыпания? Есть. Смотрите, если мы будем подсушивать высыпания с помощью очищающих средств, они никуда не уйдут. Да, они будут продолжать появляться, потому что кожа является раздраженной. Наша с вами задача — не закрывать поры, не использовать такие средства, как масло для ухода за кожей, потому что очень часто считаю, что если кожа сухая, да, с высыпаниями, нужно ее максимально увлажнить. А что максимально увлажнять? Масло. Да? Но масло также закрывает поры. И на этих местах у нас появляются новые воспаления и новые воспаления. А є це ще, знаєте, мабуть, такий бабусин метод, коли підсушують милом. От що ви скажете про мило? Ну, ви знаєте, на самом деле, на сьогоднішній день є куди більш дієві способи, ніж мило, тому що, опять же, мило – це щелоч. Щелоч что делает? Сушит. А, да, она у вас подсушит какое-то воспаление, но оно не пройдет. То есть визуально у нас образуется корочка, но воспаление как было внутри кожи, так оно и остается. Нужно действовать на корень проблемы, да, а не на визуальную, скажем так, визуальное последствие. Также есть у нас такие продукты, как скрабы для того, чтобы максимально вычищать кожу. И тоже часто девушки думают, что если мы хорошенько все потрем, да, все эти точки вымоем и по воспалениям тоже, то что мы сделаем? Очистим кожу. Да, идеально все у нас пройдет. Нет, вы просто берете и разносите все эти воспаления по всему лицу. Неприємно. А от дивіться, якщо взяти таких людей, як я, в яких борода, і останній раз я брився десь в 15-му році повністю, щоб так на максимум. І я не голюся із-за того, що дуже така ніжна шкіра, і, бо якщо побритися, о Боже, да, Ангеліно? І потім зразу багато висипів. Що робити в такому випадку для чоловіків? Якщо починається якраз подразнення? Подразнення. Ну, звісно ж, потрібно ухаживати за кожею і використовувати успокоюючі лосьйони. Тому що, опять же, у вас чувствительная, тонкая кожа, да, вы достаточно агрессивно работаете лезвием по своей коже. Что мы получаем в результате? Те волоски, которые у вас формируют бороду, они у вас находятся под кожей. И когда они пытаются пробиться, что у нас происходит? У нас множественное количество подразнений, как вы сказали. Это воспалительные процессы, потому что волос пытается пробить кожу. Кожа тонкая, кожа чувствительная. Поэтому нужно просто использовать увлажняющие и успокаивающие лосьоны, и также крема. Все пройдет. А ось я ще маю запитання про те, кажуть, очищення і там, ну, краще для шкіри, теж як вмивання. От ми зрозуміли, що краще є серветки, ніж рушники, можна залишити вологою шкірою, а ось вмивання кубиками льоду. Можна. Такое достаточно часто практикуют. Практикуют, на самом деле, очень много разных вариантов. И холодные ложки к глазам прикладывают из морозилки. Вот оно зиявить, это так... Вы понимаете, оно действует вот сейчас. Вот прямо сейчас, если мне нужно избавиться от отечности, если мне нужно придать лицу такую невообразимую свежесть, то можно протереть лицо кубиками льда. Но буквально за 15 минут ваш результат проходит. Поэтому можно делать. Но опять же, длительного результата на весь день это не даст. Це рекомендується, чи це чисто для фану, якщо тобі немає чим зайнятися? Скоріше второе. Да. А тоді таке запитання, якщо ми розуміємо, що це такі домашні, народні поради, не дуже дієві, як зробити так, щоб якісно очистити свою шкіру і подарувати їй цей блиск, таку підтягнутість, щоб на весь день, а можливо і не на один день? На самом деле, залог
красивой, здоровой кожи – это ежедневный уход. У вас должна быть такая, как небольшая схема, которую вы повторяете каждый день. То есть не бывает такого, что мы один раз что-то сделали, и оно на всю жизнь. Угу. Ну, если не считать там какие-то инъекционные процедуры. И для этого тоже потребно потом коррекция. Ну, конечно, но там более длительный период времени вы можете наслаждаться результатом. Что касается кожи, это должен быть такой, как мини-ритуал, что вы делаете каждый день, притом не только один раз в день, а как утром, так и вечером. Все должно начинаться с качественного очищения кожи. Если это утро, то вы выбираете под свой тип кожи либо молочко, либо гель, либо пенку для очищения кожи. Далее обязательно ее нужно тонизировать. Для этого существуют тоники для лица. Их, опять же, можно просто распылять на лицо и ждать, пока он высохнет. Это нам даст результат максимального увлажнения кожи. Если мне нужно доочищать кожу, то мы можем тоник нанести на диск и хорошенько протереть лицо. А на вологушки, коли кажуть, тоник наносити? Можно. Це, ну, краще, чи... Приблизительно одно и то же. Если вы его распыляете, вы можете наносить его как на влажную кожу, так и на сухую. Угу. Там мав бути міні-ритуал. Я надіюсь, жертв не треба, да? Чи, тільки чи... себе, кажу. Тільки себе, ага. Себе і своє время. Поставити там пентаграму, свічки, молитву і... Кремов. Та-та-та. А у чоловіків це ж не треба їм ці всі тоніки, правильно? Ну, вы знаете, проблемная кожа на самом деле бывает не только у женщин. Поэтому если мужчина сталкивается с такой проблемой, то, конечно же, приблизительно процес будет точно таким же. Просто чому я запитую? Знаєте, часто чоловіки, вони такі, я чоловік, я брутал, я не буду взагалі звертатися ні до кого, ні до спеціалістів. Так. А чи можемо зараз сказати, це нормально, якщо, наприклад, у сьогоденні чоловік з проблемною шкірою скаже, мені потрібна допомога, звернеться до спеціаліста. Ви знаєте, це абсолютно нормально, і я знаю таких мужчин, которые, я мужчина, мне ничего не нужно, у меня и так все хорошо, я буду мыть мылом там, и волосы, и руки, и лицо. Но потом, когда начинает пересыхать кожа на лице так, настолько, что это вызывает жжение, дискомфорт, то они сразу же приходят и спрашивают, слушай, а у меня тут шелушения появились, не подскажешь, что делать? Угу. То есть, вы понимаете, все здорово до поры до времени, пока не появится какая-то явная проблема, явный дискомфорт. Поэтому для того, чтобы такого не происходило, мужчинам точно так же, как и женщинам, нужен хотя бы крем для лица. Я взагалі... Я подарую. Дякую. Я скажу, що в мене багато друзів, у яких були прищі, висипи і тому подібне, вони зверталися і вони не казали, що я мужик. Вони казали, що треба ось це все прибрати, бо це нездорово. Ну, и это очень правильно. Если есть проблема, ее нужно решать. Конечно же, если у вас проблемы явной никакой нет, то, в принципе, ну, как все привыкли, да, ничего не беспокоит, значит, и к врачу не надо, условно говоря. Поэтому, ну, нет видимых причин, конечно же, вы можете справляться своими там силами, методами. Вот. Если появляется явная проблема, активное высыпание, то, конечно же, нужно обращаться к специалисту, не заниматься там, а что вы мне посоветуете, а подружке позвонить, другу или еще кому-то, потому что у каждого проблема в чем-то своем, да, и то, что помогло кому-то, не факт, что поможет именно вам. А ось наостанок запитаю, все ж таки, якщо ми сьогодні зачепили тему більш так, як, по якій ми хотілося прийти, це саме рушничок, ми кажемо так, або кажемо йому ні, то це вафельний рушничок, чи можна його використовувати, ну знаєте, от, як серветки, просто використовувати, потім можливо якось перепрати, знову використовувати, чи конечно. Його структура жорсткувата? Опять же, он подходит в случае, если мы промакиваем лицо. Не подходят ни салфетки, ни вафельные полотенца, ни любые другие полотенца, если мы будем тереть лицо. Угу. Потому что даже обычной салфеткой или бумажным полотенцем можно растереть кожу так, что будет хуже, чем обычное полотенце. Самое главное правило – это просто мы легонько промакиваем и оставляем, тогда наша кожа будет в порядке и скажет вам прям большое спасибо. Ми кажемо вам точно величезне дякую за ці поради, так, тому що да, минулого разу, бачите, ми говорили про рушничок, тепер зрозуміло, що рушничку кажемо до побачення. Олесь тепер знає, що йому потрібен зволожуючий крем для обличчя, я цим питанням займуся. Мені приємно, що ти даруєш мені подарунки, але мені приємно, що і ви до нас завітали. Я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях була експертка з краси Марія Притулюк. Дякуємо усім за перегляд цього відео і вкотре нагадуємо вам, що ми чекаємо вас з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А ми ще від вас чекаємо підписку,
вподобайку і дзвіночок. Не забувайте це робити, для нас це важливо. We'll be right back.